Софийка, помашь ручкой. Ну пойдем, бабушка. А я вот занимаюсь ремонтом пола в автобусе. Вон видно раму. Вон там перемычки какие-то на раме. Вон тоже. Я вырезал болгаркой эти дыры. Это вот рама идет, вот это. Вот она. Вот она двойная, двойной металл там. Вырезал эти дыры, потому что тут стоит сиденье, пятый ряд сидений, их вырвало из пола. Вот где эти отверстия были, вот одно отверстие осталось. Вырвало все из пола, я вот ремонтирую. Вон тут видно утеплитель, где идет. Все эти обшивки. Вот такой вот автобус. Пятый ряд снял. Сейчас вот болгаркой разогнул кусочек швеллера такого оцинкованного. Двойка, наверное, толщина. Такой вот американской болгаркой. Она от 110 вольт работает. Вот такие вот у них удлинители. Точнее, как у них, у нас уже. Вот такая с отверстиями. В общем, я ремонтом занимаюсь. Утро понедельника, 8 утра. Мы находимся в городе Филадельфия. Заехали на автосервис. Сейчас меняем колеса. Вот. Поставим новую резину. Я вчера купил новую резину за $100. Два колеса в магазине Walmart. Walmart — это американский магазин. Вот мои два новых колесика. Вот они. Называются они Кумхо. Кумхо. Вот такой вот специаль сервис. Вот. С новым оборудованием. Вот. А вот мое колесо. Ну это еще esto más o menos. А esto, esto mala mala. Cordo, cordo. Armira. Как? Русилус. Метал. Капас. Ага. Металл. Ага. В общем, вот так вот выглядит стенд с оборудованием. Вот такой вот автосервис. Очень хороший. Вот так вот выглядит моя новая резина. Называется она Кумхо Сенсе. Вот. Сейчас меня машину загонят вот на этот специальный стапель такой. И буду делать развал передних колес. Сход, развал. Чтобы новую резину не жрала, а то я столько денег плачу, и не хочется, чтобы были опять проблемы. Мы приехали в магазин, где продаются велосипеды. Вот такой велосипед стоит 90 тысяч колон, у них одна цена. Они отличаются покрышками, у этого покрышки вот такие, у этого вот такие, но довольно толстые. И немножко отличаются, как сварена рама. Но рама... Esto con, señor vendedor, esta construcción negro metal, sí, sí, negro, a esta aluminio, metal, sí, не знаю как сказать, soldaduro, soldaduro, soy vista, soy vista, короче, сделан из черного металла, а эти сделаны из алюминия, аргоника. Си? Аргоника? Угу. Лен, короче, смотри. Этот с алюминия сделан, а этот из... Сталь. Сталь. Значит, это... выбираем алюминий. А это алюминиум. Короче, у нас на выбор есть или вот такой черный с розовыми дисками, или вот такой вот красный. Но красный как бы покруче вроде смотрится.
В общем, берем красный. Лена, теперь у тебя будет своя техника. Да. Вот. Вот мы закупились в магазине. Называется Пекини Мондо. Магазин огромный. Закупились, короче, баксов, наверное, на 150. Даже купили инструменты. Короче, в основном мы на $100 почти купили инструменты, очень дешевого. Здесь вот такая парковка, у нас целая телега. Сними сбоку, как телега по парковке едет. Вот наш автобус. А где, кстати, наши пассажиры? Гуляем по пляжу, только что накупались в океане, вот такой вот замечательный вид. А какой тут воздух, как тут вкусно пахнет. Вот этот бетон, на котором я стою. Очень горячий. Идешь по нему. Ногам так тепло. Да, сосед.